Всем доброго дня! Довольно неплохим увлажнителем воздуха могут быть комнатные растения. У меня этой зимой увлажняет воздух вот такое растение, которое называется маракуйя пассифлора. Посадил я его в прошлом году. Вот это растение у меня так разрослось хорошо. Красивые листья, сочные, зеленые. Попробовал подсчитать общую площадь поверхности этих листьев, и у меня она получилась около 1,5 метра. Свою маракуйю я поливаю 2 раза в сутки, то есть утром и вечером. Бутылки литровой хватает как раз вот на весь полив. Ну, немножко, если остается, я добавляю вот в эту клумбу из каланхоя перистого. И вот здесь у меня еще лиуцена. В общем, 1 литр воды в сутки у меня эти растения испаряют конкретно. Влажность воздуха поддерживается на уровне 55%, что вполне достаточно для нормального сна в спальне. Вот такое замечательное растение. Всем здоровья, удачи и свежего воздуха!